депутат парламента нашей республики Аслан Хадарцев решил сделать для родной школы праздник перед Новым годом. Нашим детишкам сегодня были вручены подарки, был организован праздник. Я так думаю, вы все успели заметить, что дети были очень рады. Аслан сам не мог нарадоваться, никак не мог уйти из школы. То есть спасибо ему огромное. Аслан Махарбекович, он выпускник вашей школы. Еще совсем недавно он, как и вы, стоял на таких утренниках и развлекался вместе с вашим Дедом Морозом. А сегодня он уже хорошо учился, прилежно относился к своим обязанностям учебным. Дома был послушным ребенком. Я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, успехов в учебе, и чтобы через 11 лет ваша школа гордилась вами так же, как она гордится своими выпускниками.